направит на решение социально значимых задач. Бюджет Самары на текущий год пополнился на 542 миллиона рублей. Об этом говорили на заседании городской думы. Из них более 400 миллионов будут направлены на обновление подвижного состава пассажирского транспорта, 100 миллионов на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Остальные средства на увеличение субсидий для решения вопросов местного значения. В целом параметры бюджета с учетом предлагаемых изменений выглядят следующим образом. Доходы и расходы на 2022 год увеличатся на 644 миллиона рублей и составят 47 миллиардов 108 миллионов рублей. Кроме того, часть бюджетных средств перераспределили. 9 миллионов были направлены на выполнение аварийно-восстановительных работ подводящей тепловой сети для котельной на пересечении Грозненской и Стромиловского шоссе. 17 миллионов на восстановление подачи горячей воды в 25-м квартале Куйбышевского района. Помыслы наши чистые, добрые. И направлены на улучшение социально-экономического положения нашего городского округа Самара и самарцев в целом. Параметры бюджета на 2023 год не изменятся и составят 34 миллиарда 935 миллионов рублей. На 2024 год 33 миллиарда 691 миллион рублей. Виктория Шара и Константин Головин. События.